Да, Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в The End. Маленький принц, игрушка называется. Быстренько соберем грибочек, и здесь мы потрясем сейчас дерево. Отлично, еще трясем. Все, потрясли, да? Сейчас забираем семена. Это дерево мне нравится, наверное, я его срублю. И сколько я получу дерева? Раз, 9, 12 уже нормально. И, естественно, мы сюда его, кстати, сразу же и посадим. Посадим. Ага, почему оно здесь раньше росло? Вот здесь сюда. Может, оно просто изначально здесь это дерево было? Интересно, не знаю. Все, два дерева сюда мы посадим. И можно еще, знаешь, посадить ежевичку. Ежевичку. Пусть ежевичка здесь растет. Ну и еще один кустик мы ежевички посадим. Коль она у нас есть. Вот сюда. Он опять кушать хочет. Малыш хочет кушать. Чем же мне тебя накормить? Сейчас пройдем сюда налево. Так, это... А, вот, смотри, лес наш. Ох, какой он большой. А что там лежит? Подожди. Нет, что-то было, что лежало. Не знаю. А где наша ежевика? А, вот она сзади. Потрясти. Отлично. Сейчас поедим. Сейчас покушаем. Инвентарь открываем. Вот, земляника. И, ой, ежевика. Давай, кушай, посмотрим, сколько у тебя утолит голод. А, совсем чуть-чуть ежевика утоляет голод. Жаль, жаль. А, вон, смотри, вот еще одна ежевика. Собирай. И давай еще посадим сюда побольше кустиков. А-ха. Неподалеку противник, ему не поздоровится. Опять противник? Подожди, сколько этих противников? Где? Грибочек соберем. Слушай, да тут противников куча. О, а, это нет, я думал, выросло уже. И где противник? Интересно. А, вот противник, давай. Смотри, а рукой он дольше бьет. Угу. Надо, значит, взять мне какой-нибудь топорик лучше. Эй, подожди, надо это собирать, слизь. Потому что если сразу не соберешь, то она потом исчезает, слизь. И где-то здесь еще противник находится. Угу. Где? А, нет никакого противника? Или есть? Нет, противник исчез. А, нет, подожди. Что-то такое я видел. Дерево, оно, а это все максимально большое дерево, да? Сейчас будем рубить. Почему нет? Есть. Соберем дровишки наши. Сколько у меня там их? 16, это мало. А, 19 даже. И вот это вот. Вот это сейчас тоже срубим. Угу, рубим дальше. Собираем и посадим. Посадим. А, скорее примите планету, чтобы метеориты не устроили катастрофу. Оба! Чё, прям в дерево, что ли? Прям в мои деревья метеорит упал? Я не понял что-то. Алло. Офигеть, смотри. Ну хоть этот, хоть деревья, знаешь, это... Хоть можно собрать что-то. Нифига себе. Метеорит разрушил всё. Ах, он такой метеорит, а? Что ж делать-то? Так, ежевичку сейчас соберем. Кушать хочет. Ну, сейчас мы тебя покормим. Подожди, ежевикой. Ешь. Еще сейчас мы тебя покормим ежевикой. Тоже давай, ешь. Всю ежевику мне съел. Надо садить еще деревья. Садим.
Еще садим. Просто офигеть. Метеорит уничтожил дофига чего. Все деревья мы уничтожил. И так нормально прям еще уничтожил. Потрясти. Вот здесь еще, смотри, вот это нужно канитель, чтобы потрясти. Вот собрать. И как-то нужно оббежать вот здесь еще тоже собрать семечко. Сейчас попробуем сюда посадить. Надо вспомнить, как я делал этот самый, как его, как я делал колодец. Надо вспомнить. Так, гость у нас еще приехал, да, какой-то? Сейчас мы посмотрим, что за гость. Ой, подожди секунду. Гость, сейчас мы тебя посадим, подожди, гость. Вот сюда садись. Улетел, я нажал на R в конце, а надо было на пробел нажать. Ну и чё, гость улетел. Ну улетел, да улетел, фиг с ним. А, так, может быть, мы можем построить. Зачем повернуть планету? Чего я нажал такое? Не то, что нажал. Может, я R нажал, мне нужно TSP. Строить мастерскую, давай посмотрим. Да? Я сейчас могу построить мастерскую. Если он спать, конечно, не лег. В смысле? Ты спать лег? Я ж нажал на мастерскую. Подожди. Улучшить ваш дом. Да, конечно. Дерево и камень. У меня это все есть. Улучшаем дом. Вы добыли новый рецепт. Молоток. О, дом выглядит очень уютно. Вы добыли новый рецепт. Бутылка. Вы добыли новый рецепт. Нить. Вот такой дом, смотри. Интересно, а где вход у тебя? Что-то у тебя вход не это самое, не алло. Мастерская. Давай зайдем в мастерскую. Улучшить ваш дом. Ох, нифига, металла нужно. Сколько камня, дерева. У меня столько нету. Кухня. Кухня. Тоже кухню мы не можем построить. Хорошо. А в кузнице мы что можем сделать? Молоток второго уровня. Нужен металл. Ну все. Что ж, о, неподалеку противник, ему не поздоровится. Ну что ж, будем добывать камень. Противник. Где? Вот он, противник. На, получай, противник. Есть. Все, еще противник или все? Посмотрим. Камень. Добываем камень. Ну, камня можно много добыть. И он опять хочет кушать. Вот, руда нашлась. Хорошо. Какой-то вечно голодный мальчишка. Вечно тебе нужно кормить чем-то. Вечно ты голодный, гад. Враги, враги, враги. Где, 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 где враг? Какой-то гад, враг. Сейчас мы его найдем. Вот он бегает. Получай. На, еще. Есть, готов. Все, собрали. Ягоды наши еще не поспели. Деревья растут. Тут мы сейчас потрясем. Хочет. Ну, в принципе, жизни еще много у него, поэтому мы сейчас посадим. А что можно строить? Костер, колодец. А, вон что. Слушай, да мы можем здесь этот колодец построить. Давай его сюда поставим. Посередине, я думаю, вот здесь. О, отлично. И здесь мы будем садить. А садить мы сначала посадим здесь и дерево. Вот сюда, наверное. Может быть, грядки можно еще построить? Грядки. Нет, грядки. Грядки нельзя. Ну, давай попробуем. А, так если нам может посидеть только на поле с полированной почвой, то бишь не получится.
Ну давай с этой стороны мы посадим наши ягоды. Хорошо. Еще ягоды садим. Вот в этом месте. Отлично. Добудем камень. Урожай у нас поспел или нет? Ну, вот написано сверху. Что это значит? Урожай. Сейчас проверим. О! Скорее поверните планету. Метеориты. О, есть. Опа, отлично. О, нормально. Улучшить, улучшить. Нет, пока еще не выросло. Куда упали эти метеориты? О, ягоды, ягоды, ягоды. Быстрее ягоды собираем. Все. Быстрее собирай, давай. Есть. И здесь тоже. Где-то что-то упало. Дай посмотрим. Где-то здесь. Я где-то помню. А ну, где мы можем посмотреть? Ага. Где? Упали какие-то. А, вон они, смотри. Блин, рядом с нашим этим самым, как его? Рядом с нашим новым. Вот здесь. А, вот они, вот они, вот они. Так, быстренько разбить. Что это такое, вообще не понимаю. О, это метеорит принес семена из другой части Вселенной. Семена? Какие семена? Это какие-то кристаллы, а не семена. Тут гость приехал. Давай мы его быстренько куда-нибудь определим. Гостя нашего. Вот сюда. Все, гость, садись. Куда ты уехал? Куда ты улетел? Я же тебя посадил. Пробелом? Пробелом садить надо или все-таки не пробелом? Странно, странно. Гость. Гость мой любимый. Улетел. Ничего страшного. Научимся мы садить эти корабли. Вот он кушать хочет. Что такое синенькая полосочка? Это его энергия? Да, энергия. Сейчас он захочет спать. Давай еще раз. Захочешь спать, нет? Нет, смотри, сколько сил у него. А, нет, сил больше нет. Нужно отдохнуть и восстановить энергию. Ну, понятно. Иди тогда поспи. Все, сон. Сейчас поспим. Несколько секунд. А сколько? 10 секунд спит. Ну все. Он хочет еще сильнее есть. О, собрать, все, собираем, смотри. Ага, сейчас соберем пшеницу нашу. И мы сейчас посеем. Посеем мы хлопок. Нам нужен хлопок. Не знаю, я выбирал хлопок. Давай на место морковки посадим хлопок. Вот смотри, посеять. Вот хлопок, да? Посадить. А, он пшеницу садит. Что за бред? Тут, короче, что-то с игрушкой. Косяки какие-то, смотри. Вот смотри, посеять. Вот я выбираю хлопок, допустим, да? Нажимаю посадить. А он садит пшеницу. Нет, смотри, хлопок посадил. А почему туда сюда пшеницу посадил? Непонятно. Вода есть? Нет, зачем мне это? Мне нужно воды набрать. Ну. А, воды нет. А здесь-то вода есть? Вот. Здесь есть вода. Сейчас мы быстренько польем. Теперь вместо 7 минут у нас время до 4 уменьшается. Наполняем и тоже польем сейчас пшеничку нашу. Угу. Пшеница вообще 2 минуты было написано. Это, видимо, стадии роста. От такой стадии роста пшеница так растет, надо будет еще потом поливать. Все отлично. Ну все, полили мы. Замечательно.
все берем, здесь все разобьем. И давай я сейчас еще дерево здесь посажу. О, грибочек, грибочек. Смотри, на глазах прям выросло дерево. А, посадить. Вот у нас есть еще одно семечко дерева. Не сильно много. Так, черешня наша. Так, собрали, хорошо. И здесь посмотрим. О, опять гость. Давай гостя все-таки как-нибудь посадим. Не знаю, получится, нет? Вот. Как садить? Давай на букву R нажмем. Может, на R посадим? Ну. Смотри. Бред какой-то, да? А, вот на пробел все-таки садить. Садить все-таки на пробел надо. Так, ну что ж, новый гость. Где ты там? Как мне до тебя подойти? Слушай, я до тебя даже подойти не могу. Мне здесь мешает... А, нет, все нормально. Ух ты, давай поговорим с ним. Простите, кто вы? Добро пожаловать на мой корабль, закусочную. Я Брам, повар Куидо, широко известный в этой галактике. А, ну-ка, интересно. Я путешествую с одной планеты на другую в поисках лучших ингредиентов. Хочешь быть моим помощником на кухне? Конечно. Ты многому научишься. Принеси мне ингредиенты, которые мне нужны, и я научу тебя. Хорошо. О, это небольшое озеро. Прекрасно. Рыба – основной ингредиент многих моих блюд. Я могу снабжать вас лучшей рыбой. Это мне нравится. Слушай-ка. Ты ведь можешь сделать такую же удочку, как эта? Вы добыли новый рецепт. Удочка. Ну, спасибо. Новое задание. Окунь. Сделайте удочку и поймайте рыбу из озера для Брама. А, ну, а что можно купить, интересно? А, ну тебе. О, червяк. А, детеныш насекомых. Рыбы очень любят таких на обед. У вас уже есть 3 штуки. А, у меня вот 3 штуки есть. Грибной суп. Очень вкусное блюдо из гейлентовских грибов. Сколько он стоит? 90, а у меня столько денег нет. Хлеб зато по 15, смотри. А сыр по 10. А сыр дешевле, смотри. Давай сыр купим. Угу. Купить. И сейчас мы попробуем этот сыр съесть. Сколько он нам даст? А, еда 50. А, давай, знаешь, что сделаем? Пока его не будем есть, я сейчас еще что-нибудь куплю у него, посмотрю, сколько... Это приносит мне здоровье. Молоко возьмем. А, желудь. А, посадишь будет дуб. Ой, давай. Давай, сколько? 28 стоит? Ну, давай 2 желудя посадим. 3 даже посадим, мне это нормально. Это сколько контель? 34? Ага. Цена. Что такое цена? 1С. Минус 34, минус 35. Мы можем много дерева купить, типа, да? А что мы еще можем купить? Подсолнух. Семечки из них делаются реальное масло. Червяка тогда не будем пока покупать. Хорошо. Ну все, в принципе, нормально. Покупаем. И мы тебе, слушай, знаешь что, еще продадим, что у меня есть тут интересного. Вот мухомор я тебе продам, слушай. Ой, вышел что ли я или что? Продать кью. Как тут нажимать, чтобы продать его? А, местный мухомор отправляется в пищу, растет на полях. Ну, дальше. Как мне тебе ее? Как мне тебе ее передать? На Е что ли? А, ну, даже я пробел же нажимал. Я нажимал пробел. Так, вот эту канитель тоже продадим, но мне нафиг нужно. Белый гриб продадим. Что еще продать такого интересного? Камень, у меня его дофига, ну, очень дешево стоит, не будем продавать. А, в принципе, все. Продать. У меня 72 денежек. И я хочу сейчас дуб посадить. Может, у меня больше дерева будет с дуба идти. Угу. Ну, сначала поедим, скушаем. Так, сыр у нас дает здоровье 35, еда 50.
А хлеб меньше. Ну, давай срасидим. Все нормально. Теперь ты не будешь плакать, что ты хочешь кушать. Это вот особенно, это вот ягодки эти, они очень мало дают нам еды. Поэтому не знаю. О, гость, все, гость улетел, до свидания. Так, собирай, 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 собирай. Вот, и эту тоже ягоду собери, подожди. Давай срубим, посмотрим, что он даст этот куст. А, он нам дал дерево, хорошо. А здесь у нас нет семечек. Вот семечко одно только. Угу. И тут, смотри, вот семечко на полу даже вообще лежит на земле. Заберем. Тоже, смотри, два семечки. Соберем, а там я не могу сюда пройти, смотри. Или пройду. Давай, 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 давай. Давай назад, вперед. Давай срубим это дерево. Оно мне мешает. Как раз добудем дерево. Отлично. И подберем семечку, которого уже нет. Не знаю, куда она делась. Грибочек соберем и посадим. А знаешь, что я хочу посадить? Я хочу посадить дуб. И посмотреть, как оно будет расти. Да, что-то не садится. Угу, посадили. Отлично. И еще один дуб посадим. У нас тут дуба дофига. И куда-нибудь вот здесь еще дубик посадим. Вот дуб. Именно дуб. Мне интересно, как оно будет расти. Сколько дерева будет. Семечко. Спасибо. Грибочек соберем. То же самое. Семечко. Порыбачить. Я люблю рыбачить, но сперва надо сделать удочку. Хорошо. Разберемся, как ее делать. По, собрать. Собираем. И сразу же садим хлопок. А он мне пшеницу посадил. Нормально вообще, нет? Вот смотри. Посеять. Я выбираю хлопок. Сажу. Что он мне посадит? Мне садит пшеницу. Не понял. Может быть, это севооборот какой-то? Типа, на одном месте нельзя сеять одну культуру часто. Нет, смотри, здесь посадил. Да, скорее всего, какой-то севооборот. Ура, ко мне нашлась руда. Ну все, давай, мы поспим. И на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.